Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мой 25-летний сын наказывает меня за развод, постоянно пропадает, меняет симку и не выходит на связь. Как вести себя с ним по возвращению? Так хочется тоже для него пропасть, чтобы он попереживал за меня. Смотрите. Александр. Здесь какой момент? Здесь ключевой момент заключается в том, на мой взгляд, что вы переживаете почему-то за своего сына. Вот. Хотя, вашему сыну уже 25, и мальчик он очевидно большой, у него есть, ну опять же, наверное, да, у него есть своя жизнь, вот, которую он, собственно говоря, живет. Вот. С чем связаны ваши переживания за него? Что это за переживания, которые вы испытываете? Вы чего-то боитесь? Вот. Нет ли такого, что вы боитесь, допустим, остаться одна, боитесь, что он вас бросит, может быть, или что-то, ну, или что-то вроде этого? Ну вот. То есть, скажите, пожалуйста, с чем связаны, да, ваши, ну вот, переживания, вот. Что они... А ваши переживания из себя представляют. Вот. Вот очень бы хотелось это узнать. Дальше. Вы говорите о том, что ваш, значит, сын наказывает вас за развод с отцом. Да. Почему вы, ну вот, условно говоря, сделали такой вывод, что указывает на то, что он вас наказывает этим? Конечно, тот факт, что он вас наказывает, говорит о том, что, по-видимому, вы сами чувствуете свою вину перед ним. Потому что если бы вы не чувствовали вину, вы бы не воспринимали это как наказание. Вина ваша, ну, может, так скажем, возникнуть. В случае, я бы сказал, нарушение личных границ, в частности, между сыном и вами, вот. Если личные границы нарушены, вот, то, само собой, вы будете чувствовать
вину и, соответственно, будете как-то считать, что вас наказывают. Поэтому давайте мы постараемся убедиться в том, что вы себя ни за что не вините. И достаточно в этом смысле твердо стоите на ногах своей позиции, вот, понимая, например, из-за чего вы с ним развились. Понимаете, да? Этот аспект также нужно, на мой взгляд, поисследовать. Дальше. Вы говорите о том, что не знаете, как себя с ним вести по возвращению. Александра, а как вы хотите себя вести? Ну вот, буквально, исходя из ваших ценностей, исходя из ваших взглядов, исходя из ваших приоритетов, как вот вы хотите себя вести? Уверены ли вы, что хотите вести себя по отношению к сыну так, как будто он взрослый человек? Уверены ли вы, что не чувствуете, что он вам что-то должен? Вы пишете, хочется до него пропасть, чтобы он бы переживал за меня. Но зачем? Вы не чувствуете себя значимой для него, не чувствуете себя важной для него. Александра, но если так, что вы делаете для ощущения своей важности и значимости сами по себе? Что вы делаете сами по себе, не привязки к сыну? Не слишком ли вы в данном случае зависимы от вашего сына, который сейчас уже, ну, достаточно самостоятельный и может хотеть жить своей жизнью? Не ставите ли вы себя в зависимость, тем самым существенно ухудшая качество своей жизни? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.